Всем привет, ребятушки! Вы на канале Саркисончик, вот и Кузька рядом сидит. Это наш первый влог. Я предлагаю провести этот день с нами. Куда мы направляемся? В торговый центр. Как обычно, куда девчонки тащат мужчин? Конечно же, в торговый центр. Ну а чем еще заняться? Надо идти шопиться. Ну что, погнали? Ребят, чисто оцените кин-лук, или я не знаю, что это, чеснок это, или лук. Мы приехали это в ТЦ. American look. American look? Это американские эти, кто ходят, детки ходят. Да ты модница. Куда мы идем сейчас? Мы идем в Леруа. Понимаете, да, чем это пахнет? Сейчас она меня будет грузить на бабки. Вот отсюда вход. Сейчас будет грузить меня на деньги. Мне надо купить для дома, для уюта, всякой фигни. Я сломала много чего, надо докупить. Что ты сломала? Что, не работает подъемник? Нет. Странно. Пойдем как-то. Фамилии тебя оденем. Ты же любишь этот магазин. Давайте оставлю, пока поиграем, пока мамочка пойдет, купит все, что нужно. Мамочка, это ты, что ли? За шотландская юбка на тебе. Американская, не шотландская, долго ее искала. Да, я был прав, ребят. Что-то в последнее время реально по торговым центрам очень мало людей ходит. Не знаю, с чем это связано. Что людей кэша нет. А у тебя есть? Бабки не проблема. Боже, что мне на голове? Ты чувствуешь эту вонь? Запах краски. Только покрасили новый магазин. Тут нет входа в Леруа. Мы не оттуда зашли по входу. Послушай девушку и сделай все наоборот, называется. Привезла меня непонятно куда, навигатор мой. Нам еще нужно будет рубашку мне купить, ребята. Будем сейчас выбирать. Я не могу понять, какая разница в Glory Jeans или в этом, как его, в дорогущем каком-то магазине купим. Качество одно и то же. Конечно, то, что на тебе можно сэкономить. Все верно. Не, мы не туда пришли. Я тоже так думаю. У нас уже тут так, очередь. Девочки подошли сфоткаться. Эка, марафет навела? Ну, конечно, я всегда готова. Давайте, кто первый? Спасибо что большое. Следующий? Не за что. Селфи делай. Пришли в МВидео с Кузькой, где она? Ну, а вот она. Нужно на GoPro-шку найти некоторые приблуды, типа штативчика и так далее, чтобы удобнее было снимать. Ну и карту памяти. О, нифига себе, завезли PlayStation'ы. Первый раз вижу в МВидео пятый PlayStation. Ну, ценник, продаю, конечно, 80 тысяч цена. Это очень дорого. Ну понятно, идем идти его можно покупать. Заказали. Лучше можно подешевле заказать. Эти да ты что? Ну конечно. Нет что ли? Вечно на тебя тратим, мне хоть что-нибудь купи. Вложение. Хотя бы вот такую вот машинку. Цену видел? Короче, пришли оценить первый раз вкусная точка. Саркис взял бургер, картошечку. Ну, типа аналоги в тесте. Да, ну а я как всегда по стандарту кофе. По-деревенски я, конечно, не очень люблю, но... Фри нету у них, к сожалению. Не стоит капризничать. Просто покажи зато сырный этикетку. Соус, смотрите, как замазали от мака. Экономия, дело такое. Да, кстати, и спрайт. И стаканчики поменяли. Вкусно? Обычный спрайт. Угу. Давай, пробуй бургер. Самое главное, чтобы кофе был мой вкусный. Ну, такое себе на первый взгляд. Но это мы так понимаем, что это биг-тесте. Ну... Отдаленно напоминает Биг Тейсти, соус не тот. Мы в поисках Леруа, но его, по-моему, здесь нет, надо уезжать в другое место. Смотрите, какая прикольная тема. Клавиши сами нажимаются. Или это ты все-таки играешь, Эк? Да, конечно. Прикольно. Вон, погнали дальше. Хотел сфоткаться? Давай сфоткаю. Я понял, шеф. Что мне сделаешь, чтобы ради любимые ребята? Я типа
Типа идешь, да, типа ты модная, давай. Типа ты хозяйка жизни. Бомба просто, вышка. Честно говорю, вышка. Вы верите, что он вышку? Давайте посмотрим все вместе. Ё-моё! Просто от бога. Посмотри. Там видно? Шикарно. Ты молодец, конковой. Конечно, я молодец. Киньте, ну ты молодец, ты хорошо фоткаешь, я тебя научу. Короче, куда мы сейчас идем? Мы идем покупать тебе, ты знаешь, трусы. Нижнее белье и трусы. Короче, я предложила ему в H&M взять ему трусы. Но он сказал, я такое носить не могу. Говорю, да качество хорошее. Неправда, он говорит, вот мне теща дарит в Encanto, я хочу Encanto. Ну извините, сейчас не теща будет покупать. Не, на самом деле, типа, ну, по качеству мне не очень понравилось. Здрасте, можно? Так вот, о чем мы с тобой разговаривали? О том, что ты хочешь в Encanto трусы. Почему ты в H&M не хочешь? Ну, потому что они по виду мне не нравятся. Если мне что-то не нравится, почему я должен это покупать? Согласна. Да их не на руки одевать, их на ноги надо одевать. Все, есть, нормально. Сергей, это тебе подарок. Кроссы в них бегать буду? Только оно с этой затяжкой. Это просто... Я поняла, все, давайте вот такие. Ребят, как вы думаете, я какие считаю, лучше взять? Вот такие? Или вот все-таки такие нормальные, мужицкие, вот такие семейники? По колено, причем. Лучше уже тогда брать. Напишите в комментариях. Короче, выбирай сам себе, тебе в них ходить. Ты не будешь в них ходить? Саркис любит оттуда трусы. Трусы стали стоить 1600 рублей одна штучка. Ну это как бы как будто футболку надел на заднюю. Ну а что делать? Жизнь такая. Не мы такие, жизнь такая. Больше надо зарабатывать тебе. А Калведонию где вообще? И носки уже цветные. Часа три, наверное, гуляем по торговому центру. Это просто трэш какой-то. Эка не может определиться, что она хочет. Мы до Леруа дойдем? Мы вообще в Леруа пришли. Да. Сейчас поедем уже. Тамара пишет, засол рыбы, эко рецепты, пишу, мне фигня получается. Ну, все по моему рецепту готовят в нашей семье. Да, талант, ты готовишь очень вкусно. Эко солит рыбу просто невероятно вкусно. Да. Ребят, знаете, что я заметил? Короче, заходим в магазин. Все, что ниже тысячонки, ниже 1000 рублей, как говорит, да я сама оплачу, не надо, типа, я карту достаю, говорю, на, заплатишь. Она говорит, да не надо мне это, я сама все оплачу. А все, что выше 1000, она мне говорит, ты что, платить за меня не будешь? Ну что, я сама себе носки купила, что ты еще хочешь? Скажи, пожалуйста, сэкономила твой бюджет. Это большой подвиг, молодец. Так что учитесь лайфхакам от Эки. Мы приехали в Леруа. Пусть он бродит вокруг света какого-то и что-то ищет. Приценивается. Скоро мы будем отсюда не вылазить. Каждый день будем приезжать сюда покупать какую-то мелочевку. Какую-нибудь ерунду для дома. Грядет большая стройка. Нету здесь того, что мы делаем. Ну что ты хочешь? Ёршик новый. А? Ёршик новый. Кинзик, но я хотела пару другую. Нету? Вот что я хотела, наконец-то. Что это? Пенал? Подставка для столовых приборов. Читаем. Нам оно надо? Да, Финтик, мне очень много чего надо. Только белого цвета надо. А белого как нет. Твои кроссовки? У меня они уже черные. А это для чего? А, ну, нет, зачем это для надо? Салфеток. Салфетки просто на столе полежат, ничего страшного не произойдет. Ты еще не понимаешь ничего. Так, тебе нужны были ножи. Мне нужны были ножи, мне нужна бутылка для масла, потому что 5-литровая у нас стоит на столе, это никуда не годится. И мне нужны контейнеры какие-нибудь. И знаешь, что хочу? Вот эту сеточку вязаную, такую красивую для сторис. Что-то тарелку поставила красиво. Вот вязаная. Где? Из пластика. Да не из пластика, ну все.
В общем, я понял, я лучше буду тебя сюда одну отпускать. Там будет у нас дома стоять. Ценник, то интересный, 6100. Слушай, а на сайте он 112, прикинь? Ну да, прикольно. Надо его купить, честно говоря. А может быть вот такой? Не думаю. Поливать? Умываться? Много красивых, вот прикольный, кстати. Но... Да, только он обратно не уходит, или у него противовеса просто нету. Противовеса нету. У него чуть-чуть другая система будет. Не переживай, поставим самую лучшую тебе на кухню, чтобы ты хорошо посуду мыла руками. Посудомойка. Еще как там тебе, да? Мы уже практически все закончили, едем домой, да? Лишь бы коснуться рук твоих. Боялся, что не совпадем, не сладим, не склеимся, но мы как две лего детали. Походу совпали мы как конструктор лего. Может быть, построим чистую и светлую, крепкую историю, как конструктор лего. Сжимаю. Что-то у меня забарахлил зуб. Мы с Эгой приехали. Можно второй этаж? Этаж Покровский, да. Вон стоматология, 4-й этаж. Стоматологическом уже поняли. А, они все закрылись? Ну тут сейчас только медсестра, а я понял, ладно, спасибо. Первый блин комом. Ищем дальше, да? Ничего, не переживай, без зубов не останешься. Если что, я тебя дома на момент. Да, у меня, короче, скололся зуб. Нужно его просто отполировать. Взяла старенького, беззубого. Что она хотела сказать? Мужья, теперь мучаюсь. Да, это точно. И где она сказала, здесь что-то пройти? Аптека, салон красоты. На углу, может, там на углу? Может, в ломбарде сдадим зуб? А если бы он был бы золотой, сдали бы. Да. А ты ничего на тебя не купишь? Я тебе уже купил. Чем тут купишь? Давай с моим зубом разберемся. Все, все на себя тянет, ребят. Ой, мне сюда надо. Пойдем, блин. Сейчас мы тебя заберем. Короче, 25-й, блин, комом это называется. Ну, знаешь, тебе не дано. Может быть. Тебе не дано с зубами ходить нормально, повидать. Да? Ладно, сейчас вот с той стороны тоже есть. Но я хочу зайти в магазин все для дома. Злой ты, однако, Саркис. Злой. Вот вы сейчас его видите, вот. Видите, как он относится? Да давай пошли, мы не успеем, потому что по его делам мы не успеем. В смысле, что а важнее, мои дела? Мне зуб сделать, что я нормально? Каким-то вам никуда не денется от тебя. Стоматология с круглосуточными, в любом случае успели. Нет. Фу, это ты что ли? Газанула? Это ты газанул, жазанул и все остальное сделал. Вот там через дорогу еще есть. Блин, я кушать захотела уже. Да время дома сколько? Потерпи, покушаешь. Ну, понятное дело, раз у ресторана отведешь меня. 4 часа. И, кстати, я только завтракала. Так-то, девчонки, на минуточку, и кофе выйдет. И этого, и то тебе много. Ну, вы потом вы спрашиваете, почему я так мало ем. Вот, он не разрешает мне кушать. Она он говорит, и этого много. Я толстая, что делать? У толстых так бывает. А вон стоматология. Они воздухом питаются. Пишите в комментариях, какие влоги вам были бы интересны. Либо просто там с нами весь день проводить, мы будем все снимать, чем занимаемся, что делаем, что кушаем, куда ходим. Либо мы про ремонт, кстати, будем снимать. Много, да. Да, очень много будет о ремонте, потому что мы сейчас ремонтируем дом. Вот, и дизайны тоже покажем. Кстати, если вы хотите, тоже напишите. Короче, какие темы интересны, напишите в комментариях, мы обязательно снимем. Может быть, вообще вам интересно будет вопрос-ответ. В общем, не смогли мы найти стоматологию, потому что день подходит к концу. Люди уже не работают, многие закрыты, да? 5 часов вечера, какой день подходит к концу? Поэтому в следующем... В смысле 5 часов вечера? Ну, есть круглосуточно, просто ты ходить не хочешь. Я не хочу искать, Эк. Ну, вот, я устал. Поэтому завтра я займусь этим вопросом с утреца, пока Эка будет дрыхнуть. Да прям.
Ну что, мои золотые, мы уже дома, а это значит, что этот ролик подходит к концу, и Кузька тут вовсю кашеварит, готовит еду. Молодец. Обязательно поддержите нас лайком, напишите комментарий. Также подписывайтесь на наш инстаграм-аккаунт, ссылку оставлю в описании. Мы вас всех любим, я надеюсь, вам понравилось. Мы только начали снимать на YouTube. Это первый пробный. Да, поэтому я думаю, дальше будет круче и еще лучше. Всех обнимаем, целуем, будьте здоровы.